Приветствую вас, друзья мои! Кто-то из вас попросил меня показать, как пройти к Мамертинской тюрьме. С улицы Императорских форумов, которая идет от Колизея до площади Венеция, перед алтарем Отечества сверните налево, там есть указатель, и вот эта дорожка приведет вас к месту назначения. Пройдя по прямой, вы как раз попадете к Мамертинской тюрьме. Если о Мамертинской тюрьме вы еще ничего не слышали, то немного расскажу. Мамертинская тюрьма – это первая древнеримская тюрьма. Эта тюрьма была местом заточения важных государственных преступников. Это мрачное место внушало римлянам настоящий ужас. В этой тюрьме находились заключенные апостолы Петр и Павел, брошенные в темницу императором Нероном после пожара. Сегодня Мамертинская тюрьма – это музей, открытый для посещения. Можно спуститься и осмотреть тюрьму. Стены тюрьмы выложены из блоков туфа, на которых можно прочитать выцарапанные имена узников Мамертинской тюрьмы. Цена билета, по-моему, очень завышена – 10 евро, а на осмотр у вас уйдет не более 20 минут. Но если вы попали на Римский форум, Колизей и Палатин в день, когда за билет платить не надо, а это может быть первое воскресенье месяца или какой-либо праздник, когда вход делают бесплатным, смело можете пройти в Мамертинскую тюрьму. В этот день и здесь будет вход бесплатный. Рядом с Мамертинской тюрьмой находится приметная арка, но она уже находится на территории Римского форума. Это триумфальная арка Септимия Севера. Она была построена в 205 году нашей эры в честь побед императора Септимия Севера и его сыновей Карагаллы и Геты. Высота арки 21 метр, ширина 23,5 метра. Она построена из кирпича и травертина и облицована мраморными плитами. На арке изображена история и география побед императора. Здесь же рядом находится еще один вход на Римский форум. Поднимаясь по лестнице вверх, которая ведет к Капитолийскому холму, можно остановиться на любой смотровой площадке и бесплатно полюбоваться императорским форумом. А вот еще одна смотровая площадка, с которой мы недавно смотрели на Римский форум. Но чтобы попасть туда, нужно купить билет. Триумфальная арка, высота которой 21 метр. Мне на минутку нужно забежать в Капитолийские музеи, а по пути хочу еще раз показать вам прекрасные виды на Рим, но уже с Табулария. Там находился Государственный архив Древнего Рима. Капитолийские музеи состоят из двух зданий – Палаццо дей Консерватори и Палаццо Нуово. Чтобы пройти от одного дворца к другому, под площадью находится галерея Лапидария. Сейчас как раз мы и находимся под Капитолийской площадью. Когда делали эту подземную галерею, а она была построена в 1930-х годах, рабочие нашли остатки древней дороги и некоторые здания императорского периода, которые можно также рассмотреть в галерее. А сейчас давайте поднимемся по лестнице и взглянем на Римский форум уже с Табулария. Отсюда открывается невероятный вид на Римский форум.
Небольшие пояснительные таблицы для удобства, чтобы понятнее было, что можно увидеть отсюда. Через эти смотровые площадки мы как раз проходили, прежде чем прийти сюда. Я спустилась по пологой лестнице Микеланджело и пройду чуть-чуть вперед. Справа у подножья Капитолийского холма мы можем увидеть инсулу. Инсула – это многоэтажный многоквартирный жилой дом. Это жилье обычно сдавалось. Уже в то время в Риме были многоэтажные дома, представляете? Недаром Цицерон писал: «Рим поднялся кверху и повис в воздухе». Эта инсула считается самым хорошо сохранившимся жилым зданием на территории античной Римской империи. Руины инсулы датируются вторым веком. На первом этаже дома располагались лавки и мастерские, а над ними были три этажа с квартирами. Квартирная плата в инсулах была очень высокая. Квартиры снимали, как правило, на год, и оплата была чуть ли не сразу. Самые бедные платили за жилье ежедневно. А сейчас я направляюсь в сторону площади Венеция. На площади Венеция находится четырехэтажное здание, которое называется Палаццо Бонапарте, с угловым балконом и закрытыми ставнями. Думаю, что все гиды показывают туристам этот знаменитый балкон. Сегодня я приглашаю вас осмотреть Палаццо Бонапарте и посетить выставку импрессионистов. Этот изящный дворец, дворец Русполи, был построен в 1660 году. В начале XIX века его приобрела Летиция, мать Наполеона, которая прожила в нем до самой смерти. Летом 2019 года после реставрации Палаццо Бонапарте открыли для посещения, и сейчас здесь будут проходить выставки. С 6 октября по 8 марта 2020 года здесь будет проходить выставка импрессионистов.
В этих изумительных комнатах сейчас выставлены более 50 работ таких художников, как Клод Мане, Поль Гоген, Ренуар, Сезанн и многих других импрессионистов. Вид из окон на Виа дель Корсо. До сегодняшнего дня картины были спрятаны от широкой публики, так как они находятся в частных коллекциях, и сюда собраны и привезены только для этой выставки. Так что если будете в Риме с октября по 8 марта 2020 года, обязательно загляните сюда. Эта уникальная выставка больше нигде повторяться не будет, так как она приурочена к открытию этого дворца. Я покажу вам выставку только поверхностно, потому что хочу забыть про съемки и насладиться красотой. Ведь на такую красоту надо смотреть не через объектив, а вживую. Так что берите на заметку, кто будет в это время в Риме. Цена билета 15 евро. Вот мы и подошли к балкону. Давайте выйдем на балкон, который очень часто попадает в кадр, когда я снимаю видео на площади Венеция. Рассказывают, что на этом балконе любили проводить время мать Наполеона и его сестры. Тогда балкон был открытым, и дамы сидели здесь часами, разглядывая и обсуждая прохожих. А когда об этом узнал Наполеон, он приказал наглухо закрыть балкон плотными жалюзи. Балкон выходит на Виа дель Корсо, улица длиной в 1,5 километра. Сейчас на ней разместились магазинчики и бутики. Название «Корсо» означает «бега». Такое название получила улица в 15 веке, когда папа Павел II жил в палаццо Венеция и ввел обычай устраивать бега во время карнавала. В бегах участвовали дикие лошади без наездников, а зрители наблюдали за этим из окон и с балконов. Так продолжалось 6 веков, и этот обычай был отменен в начале 19 века после трагического случая. Под копытами лошадей погиб ребенок. Любовь же к Наполеону у итальянцев двоякая. Многие до сих пор продолжают называть его грабителем, так как он вывез из Италии очень много произведений искусств и шедевров. Наполеон Италию ограбил, а потом начал вкладывать деньги и обустраивать ее. Наполеон много чего в Италии улучшил, поэтому к нему и двоякое отношение. Главными наполеоновскими стройками был Милан, Венеция и Рим. В Риме Пьяцца дель Пополо Наполеон хотел превратить в центр нового наполеоновского Рима. Поэтому обустройство этой площади он заказал Джузеппе Валадье, римскому архитектору, по славе чуть ли не равное Антонио Канова. В Риме есть очень замечательный и интересный музей Наполеона. Вход туда бесплатный. Хотите, как-нибудь покажу? Ну вот, дорогие мои, вы сегодня впервые побывали со мной на балконе матери Наполеона. Теперь вы знаете, как он выглядит. Пойдемте дальше на выставку. Меня интересует не только выставка. Я с удовольствием хожу, рассматриваю каждую комнату. Кстати, Антонио Канова трудился над оформлением дворца, в том числе и над оформлением каминов.
Алтаря Отечества еще не было, когда жила здесь мать Наполеона, а сейчас из окна вот такой прекрасный вид. Палаццо светлое и красивое. Как же хорошо, что это теперь выставочный зал. Будем бывать здесь чаще. Еще один камин. Обратите внимание, как близко находятся дома. А напоследок вернулась еще раз в зал приемов, в котором собирались важные гости. Пол находится под стеклом, и обратите внимание, на полу изображен орел – геральдический символ рода Бонапарте. В этом зале можно посмотреть документальный фильм о палаццо. А здесь в углу находится скульптура Наполеона, автор Антонио Канова. В следующем видео мы свернем с улицы Корсо в сторону фонтана Треви. Покажу вам новые интересные магазины, бары, джелатерии.
А на этом я буду прощаться с вами. И до новых видео, друзья! Очень люблю читать ваши комментарии и спасибо вам за лайки!